Привокзальная площадь, окруженная тремя торговыми центрами, в Жаворонках место людное. Сюда жители приезжают за продуктами, через нее спешат на электричку. Летом администрация поселения всерьез заинтересовалась этой территорией и решила привести ее в порядок. У нас есть постановление 108 от декабря 2016 года. На основании этого постановления организации дорожного движения, значит, здесь были введены, то есть установлены шлагбаумы на въезд и выезд. Вот, для беспрепятственного проезда общественного транспорта и парковки оказания услуг такси. Все остальные машины, там висит кирпич, въезд запрещен. Запрещающие знаки не останавливают местных жителей. Итог – стихийные парковки, грубые нарушения правил дорожного движения и неудобства. Как для водителей общественного транспорта, так и для пешеходов. К тому же с недавних пор здесь появились таксисты-нелегалы. Они заезжают, вот ломают шлагбаум, заезжают не далее, как вчера. Вот я уехала домой, наши таксисты сказали, вот он встал вот там. Сажает клиентов, он говорит, да мне просто наплевать на все. По словам представителей администрации, эта площадь должна быть открыта исключительно для проезда общественного транспорта и официального такси. Для всех остальных есть альтернатива. Мы не бездумно закрыли, и людям негде парковаться. Здесь в 70 метрах есть наша парковка, она огорожена, она с охраной, она абсолютно бесплатна. То есть удобства никуда не делись. Впереди зима, а это значит, что все брошенные машины создадут массу неудобств снегоуборочной техники. Местная администрация надеется, что жители начнут следовать правилам, и тогда привокзальная площадь станет удобной, безопасной и просторной. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».